Всем привет, друзья мои! Я продолжаю снимать серию фильмов о мощных палках. И в сегодняшнем видео я хочу вам показать спиннинг от компании Daiwa. Для тех, кто любит полное название спиннингов, я попытаюсь его сейчас прочитать. PXE802XHFS-AD Big Bite. О как! Итак, друзья мои, в руке у меня ProRex X45 длиной 2,40 с тестом до 165 грамм. Что о данной палочке я могу сказать? Спиннинг, по сути, универсальный. Подходит как для водоемов без течения, подойдет для водоемов с сильным течением, ну и, соответственно, для водоемов с умеренным течением. Я ловил на данную палочку на водоеме со средним течением, типа АК Серпухов, район Серпухова. Я ловил на данную палочку в Астраханской области, река Ахтуба, Харбалинский район, и использовал довольно-таки разнообразные приманки, в том числе и халкообразные приманки размером 125 мм, 150 не гонял. Использовал бандитообразные приманки, многим известные троллингистам. Вот. И использовал небольшие приманки, с которыми она вполне справлялась. Типа лонгбиллов, скажем так, 90-х СП от компании Юзури, компании Дуэль. Разнообразные приманки я, в принципе, использовал, все перечислять не буду. Что же мне понравилось в данном спиннинге? В данном спиннинге мне понравилась, в принципе, его чуйка. После первых поклевок я сразу это понял и оценил, и палочка мне реально зашла. Второе, это легкость удилища. Даже не то, что легкость, а правильность конструкции данного удилища. Удилище имеет довольно-таки, относительно длинную или относительно короткую ручку. Ручка средней длины, и она нам вполне подходит. Ручка не толстая, она имеет какую-то приятную, скажем, форму. Вот, ручка из эвы, теплая, в меру мягкая, скажем так. Материал, из которого она сделана, похоже, довольно-таки качественный. То есть эва качественная, не дешманская какая-то. Вот. Хват у данного удилища довольно-таки нормальный, ничего не мешает. Витки катушка держателя нам не мешают. Вот. В принципе, в хвате здесь все в порядке. Кольца у данного спиннинга довольно-таки низко посаженные. Они низко посаженные, но в то же время они универсальные. Первое кольцо у спиннинга, оно среднее. Между низким кольцом и высоким кольцом. В принципе, то, что я и люблю. Почему я люблю такие кольца? Сильно низкие кольца, они, конечно, лучше, чем сильно высокие кольца. Но меньше плетня цепляется, визуально смотрится лучше. Мне лично приятнее ловить с кольцами низкой посадки. Потому что я еще использую и мультипликаторы. При ловле троллингом я использую только мультипликаторные катушки. Безинерционные катушки я полностью отвергаю из-за того, что я считаю, что они очень быстро умирают. И использовать дорогие катушки. Я люблю использовать дорогие снасти, в меру дорогие снасти. Вот. А использовать дорогую, в меру дорогую безинерционную катушку мне просто будет жалко. Она умрет. Очень быстро ушатается шток безинерционной катушки. Может повредиться душка лескоукладывателя и вся эта система лескоукладывателя. Много чего может повредиться при троллинговой ловле, при, скажем, максимальных нагрузках, которые мы даем, которые мы можем дать при нашей рыбалке. То есть это сильно упористые приманки, это резкие какие-то непредвиденные зацепы, когда мы идем по течению. Это мощные поклевки в момент движения лодки. Да? Это много чего, о чем можно рассказывать. Я расскажу немного это в другом видео. Так вот, мне больше подходят именно спиннинги как раз с колечками с низкими или
так называемые средней посадки кольца. То есть они и не высокие, и не низкие. Это вот самый оптимал. Так вот, первое кольцо, оно, как вы видите, вот такого размера. Ну, а дальше колечки идут все на уменьшение и на уменьшение. Но в то же время, повторюсь, они не сильно низкие. Вообще спиннинг в целом сделан очень стильно. Почему я его и назвал гламурным? Потому что он, ну, имеет какую-то свою определенную изюминку, наверное. Это не просто черный бланк матового или глянцевого цвета, а он, если его рассматривать поближе, имеет какое-то свое плетение. Ну, видно, это усиления какие-то, да, идут. Ну, короче, конструкция самого бланка, она очень интересна. Довольно-таки интересные, скажем, необычные стоят колечки, вот, симпатяшные такие. Кому интересно, кстати, фурнитура у данного спиннинга полностью фуджиская. Колечки Fuji, катушка-держатель Fuji от компании Fuji. Также есть какие-то, вот, ну, я говорю, вот эти гламурные вещички, типа вот всяких интересных вставочек, да, что меня, в принципе, всегда в палочках радует. С другой стороны, вроде бы как все просто, ничего лишнего, но какая-то изюминка все-таки есть. И когда мы ловим рыбу, это все-таки дает какое-то нам определенное настроение, какой-то позитивчик, скажем так. Ну, по крайней мере, мне. Я не любитель ловить, скажем, на какие-то грязные снасти, на какие-то некрасивые снасти. Мне нравится что-то все-таки немного гламурное. Вот, что-то вот такое, знаете, вот красивое, скажем так, простым языком. Давайте я вам покажу и толщину бланка. Я обычно в своих сериях фильмов о мощных палках именно показываю какие-то вот вещи, которые вы не можете увидеть в интернете, и я стараюсь вам показать это поближе. Про вес удилища, это вы все сможете прочитать в интернете. Я здесь об этом говорить не буду, а вот какие-то детальки, которые могут вас заинтересовать, я вам покажу. Нижняя часть бланка имеет заглушку. Плохо, конечно, из-за нее видно равномерность стенок, но оно довольно-таки прекрасное. Все-таки это японское удилище. И стенки довольно-таки толстые. Причем реально толстые, если сравнивать, скажем, с общей толщиной самого бланка. То есть сам бланк-то на самом деле не такой уж и толстый. Вообще серия ProRex, это, скажем, ну, уже не такая уж и новая, это, скажем, серия. То есть, или, допустим, она уже не новая для многих. О данной серии уже довольно-таки неплохое количество роликов в YouTube есть, много чего о них написано, но, к сожалению, именно о данной палочке информации практически нет никакой. Связано это, наверное, с тем, что, в принципе, такого теста палочки, они сильно не востребованы. Вот, то есть, игру изначально, наверное, создавались это палочки под какой-то кастинг, под тяжелый кастинг, под тяжелые приманки. Возможно, значит, что-то типа джерка, вот, какого-то, может быть, сверхтяжелого джига, вот, на большие силиконовые приманки. Вот, и тому подобное. Ну, скажем, что-то в этом ключе. На сегодняшний момент данная ловля только набирает у нас обороты, и поэтому вот я искал информацию, хотел подготовиться к видео, рассказать что-то, что я не знаю, что вы не знаете о данной палочке, но, к сожалению, я никакой сильной информации найти не смог. И поэтому я вам расскажу о ней вот своими словами, со своих, скажем, ощущений и со своих каких-то понятий. Возможно, где-то что-то я и накосячу, вот, но в комментариях можете написать и поправить, скажите, сказать, что как-то, что вы знаете, скажем так, о данной палочке. Непосредственно у палочки с таким тестом, да. Так вот, удилище довольно-таки интересное, и оно меня зацепило, и поэтому я его решил показать в своих, значит, вот в этих фильмах, в серии фильмов о мощных палках. Ну а сейчас, друзья мои, давайте, наверное, как у меня обычно заведено в моих этих фильмах о мощных палках, я вам покажу
стройудилище, чтобы вам было это более наглядно и более понятно. Данное удилище, как вы видите, в принципе, не такое уж оно и злое, да? Не такой это колышек. Вот так, наверное, лучше будет видно. Нагрузку делаю такую, но не сильную. Одной рукой, сильно не напрягаясь. Ну, а на потрях, если вот так ее тряхануть, да, палочка довольно-таки жесткая. То есть, палка не лапшистая. Почему я на нее внимание-то и обратил? То есть, она довольно-таки жесткая, но в то же время, да, при нагрузке удилище, оно не колообразное. Понравилась мне данная палочка. Чуйка, кстати, вот я проверяю вот так. То есть можно постукивать, конечно, но лучше вот проводить вот так. Кстати, я скоро сяду монтировать фильм о том, как я подбираю удилище для своей ловли, как правильно выбрать удилище в магазине, скажем так, да? Потому что многие задают эти вопросы, и ответы по интернету дать довольно-таки тяжело. Попытаюсь это все наглядно. Я, в принципе, уже и показывал вот в своих фильмах такого плана, значит, как я выбираю удилище. Но попытаюсь сделать более обширный фильм, ответить на некоторые вопросы, которые мне чаще всего задают. И сравнить в одном фильме несколько удилищ, показать их как раз строй, и как я выбираю, и для чего я их использую. Ну, вот такой будет где-то часовой фильм, наверное. Данный спиннинг еще подойдет для ловли в два спиннинга. Для тех любителей, кто любит ловить в два спиннинга троллингом. И данный спиннинг можно использовать за спиной, как второй спиннинг. Он довольно-таки гибкий, мягкий. Вот. И в момент, когда рыба повиснет у нас, рыба сразу не сойдет. То есть сам спиннинг будет отыгрывать и вязать, скажем, рыбу. То есть рыба сразу не соскочит, не порвем мы ей губу, вот. Не вырвем тройник из ее пасти, скажем так. То есть спиннинг будет отыгрывать. Ну и также, как я ловлю со спиннингом в руке, когда я ловлю с одной палочкой, для судачьей ловли данная палочка очень подойдет. Она имеет очень-очень неплохую чуйку. Мы будем полностью контролировать приманку и слышать мельчайшие поклевки судака. Ну что, друзья мои, вот такую очередную палочку я вам показал. Надеюсь, видео было интересным, и кто-то оценит данный спиннинг и его себе приобретет. Спиннинг реально стоящий и стоит нашего внимания. С такой удочкой, с таким спиннингом реально будет приятно ловить рыбу, и рыбалка будет довольно-таки правильной. Всем рыбацкой и жизненной удачи, друзья мои. Ловите больше, отпускайте чаще.